Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні будемо говорити надзвичайно цікаву тему – це тварини та їх вплив на людей. Тож, знайомте, сьогодні на студії в гостях Світлана Мідилян, голова зоозахисної організації «Фенікс». Здравствуйте. Привіт, Свята. І парапсихолог Ельвіра Васильівна. Добрий день. Огромное спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию. Хочется уже с нетерпением задавать вам вопросы, узнавать все-таки, какое влияние наши домашние улюбленцы имеют именно на нас. А для зрителей хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы с темы, которую мы сегодня обсуждаем, набирайте номер телефона, который видите сейчас на своих экранах, и звоните, мы постараемся вам ответить на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, правда ли, что домашние животные умеют забирать болезни человека? Вот у всех, например, у меня, у которой есть кошечка, обычно, какой бы я уставшей ни была, и когда я прихожу домой и беру к себе вот эту мурчащую штучку животное хвостатое, то как-то вот чувствуется, что немножко усталость уходит, как-то более позитивно начинаешь смотреть на мир. Ну, а вот все-таки болезни, вот реально ли? Да, они умеют снимать не только негатив, они могут в буквальном смысле перетягивать на себя некоторые состояния человека. И если человек болен серьезно, животное может заболеть, а человек выздоровеет. Вот даже до такой степени. Ничего себе. Да. Особенно коты, кстати. Да? Просто вот когда общаешься с мамами, они обычно говорят, что вот мой ребенок заболел, и обычно, вот очень часто такое слышу, что или собака приходит, лежит рядом с ребенком, или кошка приходит. Вы знаете, очень часто от окраски животного зависят его целительские способности. Даже так? Да. Больше всего рыжие коты считаются лечебными и черные. Казалось бы, черный кот. Да, черный кот весь негатив берет на себя и превращает его в позитив. Вот так. Это замечательно. Света, а у тебя в жизни были какие-нибудь вот ситуации, что вот ты можешь сказать, что действительно как-то животное на тебя влияет? Я знаю, у тебя собака. Есть. У меня и две собаки, и кошка, которая живет в доме. Ну, собаку вы видели, ты приходила к нам в студию, да. С ней маленькая. Вот, ну, я совершенно точно знаю, что я не болею вообще, в принципе. У меня бывает очень редко, что я просто там уставшая сильно, и все на этом. Как бы болезни у меня никогда, конечно, не было. Вот. Но очень часто я слышу от людей, вот, ну, мы занимаемся зоозащитной деятельностью, и как-то, ну, общаемся с людьми постоянно на эту тему. Очень часто рассказывают люди, что вот человек болел, у него там была какая-то конкретная болезнь, допустим, там с почками. Тут человек начинает выздоравливать, а животное начинает болеть, и те же проблемы, вот те же почки. Допустим, человек выздоравливает, ну, животное там уже вылечивает как-то. Ну, это какая-то фантастика. Эльвира, скажите, мне интересно, а как так получается, что животные становятся такими целителями? Это такими их природа создала? Ну да, во-первых, их такими создала природа. Во-вторых, если есть прочная эмоциональная связь между животным и хозяином, то животное, ясное дело, чувствует, что с хозяином что-то не то, и пытается изменить ситуацию, очень часто за счет собственного здоровья. Такие верные друзья. Да. Скажите, да. Вот еще один личный вопрос. Как так бывает, что вот берешь животное, и оно привязывается больше там, к хозяину или к хозяйке, или наоборот выбирает себе ребенка? Но так каждое уже... животное больше привязывается к тому человеку, который ему энергетически ближе. То есть тут тоже, ближе. Да, по энергетике. Да, да, да. Очень часто вот такое бывает, что кошки привязываются к мужчинам, а коты к женщинам. Да. Но у нас обратная ситуация в семье. Мой кот очень любит моего мужа. Это замечательно. И такое бывает. Так, следующий вопрос. Может ли присутствие животного гармонизировать отношения в семье и сгладить конфликты? Да, как правило, стоит начаться напряженные ситуации в семье. Я это знаю по очень многим примерам. Обязательно вклинивается животное и пытается разрядить атмосферу. Или, по крайней мере, часть агрессии принять на себя. Вот так. То есть они тоже чувствуют эту энергию, конечно, которая, да, вот выходит. Что, опять же, подтверждает, что все наши слова, это все, вся энергия, это очень ощутимо. Да, более чем. Животные ничего не могут сказать, но они пытаются своим поведением это как-то сгладить.
Да, вот такие вот наши хорошие домашние кошечки, собачки, может, и рыбки тоже, которые у нас живут. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, мы ждем ваших вопросов, ваших звонков. И следующий вопрос. Правда ли говорят, что кошки видят домовых и разные аномальные явления? Вот такое тоже часто можно услышать. И кошки, и собаки. Частенько, да, собаки. Частенько можно наблюдать, как животное смотрит на несуществующий в комнате предмет и следит за ним взглядом, вот как будто он движется. Вот так вот. Жутковато, конечно, это выглядит. Ну, да, 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 я вот слушаю вас, и я уже начинаю думать, что надо понаблюдать за своей кошкой. Эльвира, а вот говорят, что кошки умеют там играть с домовыми, как-то помогать им в их домашних делах. Но частенько бывает, что вот если домовой не взлюбит животное, то оно может заболеть или уйти со двора. Очень часто вот такое с котами происходит. Вот. А собаки могут беспокойно себя вести, это если не взлюбит. Но если у них полная гармония, то животное всегда здорово, всегда хорошо выглядит, всегда с хорошим аппетитом. Вот так вот. Я просто сама лично видела, как кошки, они вот просто играются. Вот, казалось бы, они просто играют, но вот такое ощущение, что там что кто-то еще присутствует. Да. Как-то так смотришь и думаешь, странно это. Но они одновременно, в принципе, живут в двух мирах. Они видят то, чего мы не видим. Вот это как раз следующий вопрос хотела задать. Говорят, что у кошки 7 жизней и также одно распространенное... 9. 9, простите, 9 жизней. И также распространенное такое убеждение, что у кошки, вот то, что вы сказали, живут параллельно в двух мирах. И когда спят, то как раз находятся где-то в параллельном измерении. Не столько, когда спят, они одновременно находятся и там, и там. Какие удивительные создания кошки. Да. Не зря вот все женщины, которые как-то так сравнивают себя с кошкой. Не зря, наверное. Всем женщинам хочется иметь 9 жизней просто. Или эту грацию такую вот кошачью тоже. Или какую-то мудрость кошачью, потому что кошки достаточно мудрые животные. Они вот среди большого количества людей, вот если в комнате присутствуют, они выбирают человека с наибольшим количеством проблем и возле него собираются. Да, как правило. Теперь, когда приглашаешь себе в гости кого-то, можно сразу вычислить человека, запускаешь кошку. Даже если проблемы. Даже если сам человек об этом может не знать, но, допустим, вот проблемы со здоровьем, если очень к нему тянутся кошки, значит, они уже что-то забирают на себя. Вот даже бабушки обычно говорят, что вот кошка там мне легла на ногу или там на печень, вот говорят, что вот она вытягивает какую-то болезнь. Да. Тут не знаешь, как к этому относиться, или это поверье какое-то, или действительно существует? Это не поверье, и частенько ветеринары удивляются, что животные болеют совершенно человеческими болезнями, вот которых у них, в принципе, быть не должно. Вот, они просто забирают их. Вот такие вот у нас рядом живут наши домашние лекари. Мы немножко уже коснулись моего следующего вопроса. Зависит ли характер кошки или собаки от ее окраса? Насчет собак это спорный вопрос, потому что там в большей степени характер зависит от породы. Угу. Вот, а у кошек зависит, да. Черно-белые коты, как правило, самые игривые. Самые игривые? Да. Они играются до глубокой старости, да, ведут себя как котята. Вот, черные самые ласковые. А рыжие, это вообще, вот стоит на секунду присесть, и рыжий кот уже лезет на ручки. Рыжие, они очень тянутся к людям, им надо быть постоянно рядом с человеком. Наверное, к своим окрасам как-то вот у меня ассоциация рыжая, тепло, энергия. Да, они вот такие вот солнышки маленькие. А серые котики? Серые, они очень независимые, но при этом очень умные. Особенно серые в полосочку. Вот обычные уличные вот матроскины такие, это, как правило, самые умные коты. Независимые, наверное, потому что на улице. Нет, почему? Я здесь сразу обращусь к людям, к телезрителям и скажу, что у нас очень много котят, именно вот этих вот самых умных. Обращайтесь в Зоо Феникс, мы вам подарим магического котика. У вас, наверное, разных окрасов есть. У нас любые есть. Свет, если наши телезрители сейчас смотрят на тебя и хотят, куда обращаться, есть ли странички в соцсетях где-то, как вас найти? У нас есть сайт Феникс, Зоо Феникс Николаев, можно просто в любой поисковой системе набрать, и вы сразу найдете и нашу группу ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и сайт наш Зоо Феникс Николаев. И там есть масса прямо объявлений на сайте.
платья, рубрики, кошечки, собачки, там, животные, которые нуждаются в помощи, либо потерялись, угу. Можно найти то, что ну, вы ищете. Ну, я знаю, что вы уже не единожды находили семью для котиков, собачек. Были ли какие-нибудь истории в жизни новых владельцев, которые нашли свое маленькое пушистое счастье, вот как-то поменялась их судьба? Ну, кроме того, что стало веселее однозначно. Я не знаю, именно вот в плане как судьба, настолько тесно мы не общаемся с людьми, которые взяли у нас животных. Мы периодически прозваниваем, люди нам рассказывают просто об атмосфере. Вот вопрос ты задавала, Эльвире, по поводу гармонизации вот, в отношениях. Uh-huh. Вот в этом плане очень животные действительно помогают, и люди об этом ну, просто прямо либо косвенно говорят постоянно, что действительно с появлением животного в доме очень многие проблемы просто исчезли, они как испарились, вот как будто их не было, как новый этап начался в жизни, вот такое, да. Ну, по поводу болезни я тоже уже сказала. А скажи, пожалуйста, вот продолжая эту тему, вы фактически спасаете жизни животных, там я видела на страничке ужасные болезни, переломы, какие-то инфекционные болезни, жизни, потом пристраиваете их, это как-то отражается? На твою личную жизнь, на твоих сотрудников. На самом деле я об этом хотела спросить у Эльвиры. Как подобные наши действия, вот то, что мы спасаем животных, помогаем им, мы пристраиваем бездомных животных в семьи. Как бы, может ли это как-то отражаться на нашей ответ, судьбе? Ответ, наверное, будет неожиданным чуть-чуть. На вашей жизни это не отражается никак. Это отразится на жизни ваших детей через поколение. То есть все сделанное в отношении братьев наших меньших отразится на детях. Вот так mm-hmm. вот, да. То есть мои дети будут счастливы. Абсолютно, и люди к ним будут прекрасно относиться. А как насчет людей, которые ну как-то плохо относятся к животным, которые обижают действительно часто человеческой жестокости? Законы кармы одинаковы для всех. Если они хотят для своих детей хорошего отношения к ним со стороны окружающих людей, то пусть относятся к животным так же. Вот так вот. Это вообще такое общее правило, мне кажется. Просто нужно хорошо относиться к окружающему миру, там, к животным, к людям. Ну, желательно. И все будет хорошо. А правда ли, что собаки владеют способностью предвидения или пророчества? Не знаю, как насчет пророчества, но то, что собаки могут предвидеть надвигающиеся катастрофы или в отдельно взятой семье приближающиеся несчастья, это да, это факт. Но всем известна эта примета, что собака воет, это к чьей-то близкой смерти. Вот. Они это знают заранее. И всякие природные катаклизмы они тоже чувствуют заранее. Иногда за несколько суток. А да. Как это вот? А почему? Мне все время хочется узнать, как это работает? Как это? Вот как? Вот сидит собака, как она это видит что-то? У нее какая-то связь есть с другим миром. Ну, вот это мне неизвестно. Глазами собаки мне еще не удавалось ни разу посмотреть. Но, скорее всего, ну, как-то они могут заглядывать в будущее. Или по каким-то сигналам из окружающей среды, из природы они это улавливают. Ну, я думаю, что у всех, у кого есть животные, то те вопросы, которые мы сегодня уже обговаривали, я думаю, что 90% точно согласятся. И то, что животные действительно лечат, и то, что снимают негатив. А вот, кстати, кошки, они мурчат. Вот это вот их мурчание, это вот что-то такое успокаивающее, это эти вот маленькие вибрации. Эти вибрации воздействуют на сердечно-сосудистую систему. То есть у людей, вот, которые страдают вегетососудистой дистонией, там, гипертонией вот, и так далее, они более-менее выравнивают состояние, выравнивает давление и ритм сердца. Это действительно факт. Да. То есть это еще одна способность целительства. Ну, это как бы очень серьезная способность целительства. Или ты принимаешь кучу наркотиков. Или ты принимаешь кучу лекарств. Ну, собственно, те же наркотики и есть. Или принимаешь кучу каких-то препаратов, которые так или иначе влияют на твое состояние, имеют побочные эффекты. Или просто у тебя на коленках сидит какое-то мурчащее чудо. Получаешь массу удовольствия. Огромное количество удовольствия, одновременно лечишься. Да. Кстати, вот коты лечат еще и кожные заболевания. Да. Казалось, иногда очень серьезные, генетические. Вот так вот. Так постоянно же кричат мамочки. Вот, да. Мамочки деткам кричат, не трогай там, заразишься. Ну, это кроме того, да, что переносчики, ну, просто я как говорю, как мама,
то, что я слышу параллельно, что котов нельзя трогать, потому что там 100% будет какая-то гадость, и ребенок точно обязательно он заразится. Вы знаете, что еще же аллергия есть, это сейчас самое модное. От людей заразиться проще, во-первых. Да, я по образованию дерматолог, так что это я обоснованно говорю. Вот. А во-вторых, аллергия на шерсть животных, как правило, не связана, как и любая аллергия, с самим аллергеном. Вот сейчас, наверное, вот меня медики немножечко так нехорошо обо мне отзовутся, но аллергенов быть не может. Аллергеном может стать что угодно, если человек находится в определенном состоянии. Неприятие окружающего мира выражается в аллергии. И очень часто она у детей, потому что человек в маленьком возрасте, он никак не может заявить о том, что он плохо относится к тому или иному событию, да? У него это выражается в физическом состоянии. Вот так вот. Это очень интересно. Я аж задумалась. Нет, просто часто... на самом деле я слышала очень часто, что все болезни, ну то, что от нервов, то, что есть какая-то ситуация определенная, которую ты не можешь разрешить, вот психологически, и вот так-то, вот так твой организм реагирует. Аллергия — это и есть последствия непроработки вот какой-то ситуации. Если человек ее не может вот либо принять, либо прожить так, как ему хотелось бы, он ее отвергает. Отвержение выражается в том, что ему становится трудно дышать, у него там на коже появляются высыпания какие-то, то есть аллергия. То есть организм сигнализирует. Да. Эй, подожди, что-то не так. Нужно просто следить, конечно, за этим. Скажи, Эльвира, вот еще вопрос. Рыбки. Вот есть аквариум у меня дома? Угу. Я вот смотрю, как они плавают, они вроде бы, ну, ничего-то, они не говорят тебе ничего, не мурчат, ты их не погладишь, просто какие-то молчаливые друзья, они плавают, но вся равно за ними смотришь, идет какая-то энергетика, вот умиротворяющая здесь, и вода, и вот они как-то медленно так. Ну, жизнь подводного мира, она происходит в совершенно других темпах, чем наша, и стоит нам хоть чуть-чуть туда заглянуть, мы уже где-то настраиваемся, угу, на эту скорость, вот. И именно потому и успокаивает, там все по-другому. А стоит нырнуть в то же море, да, под водой, все по-другому, вообще другой мир. И вот мы заглядываем вот в кусочек этого другого мира и успокаиваемся, потому что понимаем, что есть еще что-то, кроме вот этой суеты нашей. Угу. Вот я это читала, как перед тем, как завести животное, мы прочитали дома много всякой литературы, какое кому животное может подходить. Есть ли такое? Вот, например, там кошки одной породы, они более ленивые, вальяжные. Вот это людям флегматикам, более активные там собаки или кошки, это более активным людям. Рыбки — это вот, которые хотят спокойно просто отдохнуть. Вот можно как-то так рассматривать? Рыбки всем подходят, наверное. Можно так рассматривать, потому что определенные вот породы собак, они подходят определенному типу людей. Вот те же доберманы, это ярко выраженные холерики, то есть абсолютно спокойному флегматичному человеку эта собака никак не подойдет. Вот. Или активному, занимающемуся спортом, ведущему активный образ жизни человеку, вот кошечка породы рэгдолл никак не подойдет. Потому что она плюшевая, подушечка такая. Вот так. Давайте поэкспериментируем и вот посмотрим, какая Света. Света, какие у тебя животные, какой породы? У меня йоркширский терьер, это личная моя собака, и кошечка Лиса. И оба были в студии уже. Вот что можно сказать по породе? Какая Света? Очень чувствительная, очень восприимчивая. Это йоркшир. Да. Значит, желающая дарить любовь всему окружающему. Это йоркшир. Да. Но в то же время самолюбивая и умеющая отстоять свои интересы. Да, это кошечка. У меня, когда отбирает у спаниеля еду, он может его и за уши потягать. Ну, пожалуйста. Интересно. Следующий вопрос. Есть такое лечение, называется канистерапия. Правда ли, что энергетика собак очень близка к человеческой, что собака своим биополем может выровнять биополе человека? Таким образом избавляя его от многих болезней. Да, но опять-таки, эта собака должна энергетически подходить этому человеку. То есть есть болезни, которые не лечатся с помощью, вот, допустим, тех же охотничьих собак или с помощью бойцовых собак.
Ну, вот это сложно представить. Ну, да. Ну, вот для канистерапии, вот, со своей точки, со своих знаний я могу сказать, что вот используют обычно лабрадоров, самоедов, лайки. Ретриверов. Да. Вот такие максимально спокойные, добродушные животные какие-то, ну, вот по породе, если так брать. Хотя, на самом деле, даже некоторых беспородных животных учат. Беспородные вообще в этом плане уникальны, кстати. Беспородные могут быть гораздо более эффективны. А с чем это связано? Ну, может быть, с тем, что намешано много кровей, соответственно, более высокий иммунитет, более высокая степень адаптации в мире у беспородных животных. Вот. И, соответственно, они могут сильнее воздействовать на больного человека. А вы можете сказать, были ли какие-нибудь случаи, вот как Патнера, что вот человек, там, и ребенок был чем-то болен, применили эту терапию с помощью собаки, лечения, и вот каких-то результатов достигли? На примерах. У моей давней знакомой, она болела псориазом, вот, она завела и кошечку, и собачку. Вот. Много лет она лечилась без особого результата. Вот. Болезнь прошла через где-то года полтора, да. И связывают вот... вот заболела собака. Заболела собака? Да. Ну, это не случайность. Ну, конечно, не случайность. Это точно не случайность. Да. Вот. А так, вот таких ярких примеров я сейчас... Ну, это более чем яркий пример. Я думаю, что зрителям будет более чем достаточно. Свет, теперь я тебя немножко помучаю. Я ваши... Организации недавно вы праздновали свой день рождения, с чем я вас очень сильно поздравляю. Прекрасно, что вы приходите к нам в студию рассказывать нашим телезрителям, что происходит, что в нашем городе действительно происходит много чего. Есть сдвиги, вот, чтобы и животным, и людям в Николаеве жилось очень хорошо, дружно, и все было нормально. Какие еще проекты, планы на будущее у Феникса? Ну, на данный момент... Надеемся, к октябрю-ноябрю месяцу, ну, тут зависит все только от финансов, у нас появится центр реабилитации животных, где животные смогут проходить лечение именно. Это будет одно место, там ветклиника, там очень культурная передержка для животных, и таким образом мы сможем оказывать на более высоком уровне помощь животным, потому что на данный момент животные у нас находятся на лечении в разных клиниках, это точечно по всему Николаеву, у людей на передержках, в домах. Мы еще вернемся к этому вопросу, у нас уже есть звонок от наших телезрителей. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу рассказать свою историю. У меня была хроническая мигрень, и я подобрала на улице кошечку, черненькая с беленьким. Ну, я вообще считаю, что животные не должны спать в постели, но она конкретно лезла в постель, конкретно лезла на подушку, и вот как веночек ложилась на пол. А еще жарко, я ее сбрасываю, а она все равно лезет на пол. Ну, в течение месяца она меня вылечила. А потом была на море, заработала себе отит. Чем я только не капала, чем только не лечила. И вот эта кошечка мне вылечила ухо. Потом даже врач удивлялась, как быстро у меня прошел отит. Я не молодой человек. И вопрос теперь. У меня ребенок, внук у меня инвалид, Сашенька. У нас есть черный кот сейчас. После того, как кошечка уже от старости умерла, к нам приблудился черный кот. А ребенок инвалид, у него спастический тетрапорез, он не ходит. И кот постоянно, как только есть возможность, правда, на улице живет, но все равно заходит в дом, ложится ему на колени, массирует. И... Ну, я не могу сказать, поможет это конкретно или не поможет. Хотелось бы спросить у вас совета, как помогать именно конкретно таким детям. Может быть, еще какое-то животное приобщить? Говорят, еще попугай помогает. Спасибо огромное за вопрос. Мы желаем только выздоровления вашему внуку и, конечно же, здоровья вам. Спасибо огромное. Очень приятно было услышать ваш звонок и такую историю, что подтверждает ваши слова и вообще, что мы сегодня говорили. У нас осталось 2 минуты. Вот если вложитесь в это, вот совет нашей телезрительницы. Ну, я не знаю, можно ли в нашем городе лечить детей с помощью дельфинов, но вот такие вот заболевания, как вы назвали, их лечат дельфины.
Общение с дельфинами. Вот. А черный котик пусть находится рядом с ребенком. Он явно облегчает его состояние. Вот то, что говорили, что черные котики, казалось бы, да. Черный кот приносит несчастье, на самом деле, лечит где-то. Потому что это животное. Животное однозначно это что-то хорошее, позитивное. Черные коты забирают несчастье. Да. Вот так вот. Свет, еще по твоей специальности, по твоей работе. Я знаю, что 11 числа сентября, накануне Дня города, что-то будет. В детском городке «Сказка» будет празднование Дня города для деток. Будет очень насыщенная программа, будет и концерт, будут много конкурсов, много очень всего интересного. Родители, берите своих детей, приводите. С 4 часов дня там будет наша организация проводить конкурсы для деток. Если у вас есть домашние животные, любые, неважно, это кошечка, собачка, попугайчик. Рыбки. Ну, рыбку просто, ну, наверное, это будет мучение для нее. Вот. Берите, приходите с этими животными, будем с вами развлекаться, с вами и с этими животными. И делай добро. И делай добро. Это сегодня тема, главный посыл сегодняшней программы. Спасибо огромное, Света, Эльвира. Я очень безумно рада нашему знакомству. Спасибо. Теперь у меня есть информация к размышлению, как у наших телезрителей, как сделать свою жизнь лучше, светлее. И однозначно нужно строить свой мир так, чтобы окружающие люди также хорошо чувствовали себя рядом с вами. Желаю вам только добра, всего хорошего.